Хей, йоги, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игры под серии Forgotten Hill. И это у нас хирургия. А прошлое это у нас было, получается, заброшенная хижина, да? Теперь у нас вот это вот. Поехали! Наконец-то вы очнулись, мистер Ларсон. Как вы себя чувствуете? Вы попали в ужасную аварию, но, к счастью, вас вовремя привезли именно к нам. Не стоит переживать, полковник займется вашей операцией в самое ближайшее время. Вы в хороших руках, поэтому вам нужно расслабиться и немного отдохнуть. Никто еще не жаловался на нашу клинику. Я просто смотрю, что кровавая постель... Установочка херовая. Так, правило. Подчиняйтесь мне. Да, наверное, на клинику никто не жаловался, потому что он не выходил из этой клиники. Так, правило. Подчиняйтесь медсестре. Не обманывай. Не смотри в зеркало. Не разговаривай с пациентами. Соблюдайте правила. Никогда не покидайте свою комнату. Зеркало. Довольно странно. Ну, нам предлагают выйти, поэтому погнали. Так, мы на втором этаже. Заперто. Это наша комната, и там, кажется, медсестра шла. А, нужен либо ножик, либо еще что, типа, чтобы разрезать, да? Цвет. Ты. Что, пойдет? Ну, мы захотели спасать, да? Чего? Я умер? Это жужжание буквально оглушает меня. Я чувствую, как мухи облепили меня, как они проникают в каждую клеточку. В каждую мою клеточку. Даже когда я пытаюсь прогнать их, они забираются в мой нос. Пролазят в мой рот. Очень упитанные мухи будут обитать на забытой горе. В этом году очень упитанные мухи будут обитать. Рели? Вау! Тут есть концовки, прикиньте. Так, очень длинный палец, и мне нужно что-то, чтобы его испортить. Так, октябрь 4.21. Октябрь это у нас 10. 10.4.21. Основателем. Вот это доктор, да, был как раз? Да. Ой, тихо, там мячик был. Шар из синего мрамора. Привет, друг, хочешь поиграть со мной? Миссисра разрешила нам поиграть. О, это же этот парень, который всех поубивал. Прекрасно, давай играть. Что? Удача не улыбнулась тебе в этот раз. Ты можешь попробовать открыть в любое время отыграться. Может, мне нужно положить.
я думал, я могу положить. Нет. Так я ж угадал первый раз. Вот он. Ладно, я тебя понял, блядь. Обманывать плохо. Мне магнит надо, оказывается, да, хорошо. Так, очередные пароли. Что-то чем-то сломать. Заперто. Здравствуйте. Вы не могли бы помочь мне найти несколько мраморных шариков? Прошу вас. Я очень хочу поиграть с мраморными шариками. Большое спасибо, какой красивый шарик. Но мне нужно больше. Пожалуйста, принесите мне еще шариков. Как ты смеешься, если у тебя нет ни ушей, ни рта? И тело. Ну, короче, я понял. Он так... Надо было, чтобы у него еще глаз не было, чтобы он вообще мог супер разумом. Хотя он так летает. Слышь, приятель, ты... Нет, давай-ка без вот этого. То я тут уже что-то потерялся. Так, закрытая кнопочка. Ладно, погнали на второй этаж. Снова. Может мне эти... Фоткать? Места какие-то. Ладно, давай так. Раз. Два. Три. Но, как я понимаю, мне нужно все опустить. Так. Что-то не так. Ладно. Клиника. Я все смотрю. Спальни два не работают. Здесь цветы не работают. Толчок. Нужно что-то с пальцем, да, сделать? Надо что-то сделать с пальцем. Медсестра тоже не работает. Что вот это за значки? Мне не понимать. Ага. 10. 421. Здесь 4. 21. 10 месяц. День. Ключи. Это связка ключей, замечу. Это не просто ключи, это связка ключей. Так. Спустя несколько недель в этом ужасе я наконец-то нашел способ избавиться от этой жуткой медсестры. Я боюсь, что после операции я не смогу синтезировать сыворотку. Я записал формулу и надежно спрятал ее в своей старой комнате. Я верю в то, что кто-то найдет эту записку и сможет использовать сыворотку против этого монстра. Способ избавиться от этой жуткой медсестры. Я боюсь, что после операции я не смогу синтезировать сыроватку. Я видел правду. Я человек без сердца. Правда скрывается во внимании взгляде. Серая мышь. Островск. Я видел правду, и я человек без сердца. Сердце, хорошо, запомнили. Правда скрывается во внимательном взгляде. Глаз. Сердце, глаз, так, серой мыши, остром скальпеле и большой мухи, парящей в лучах солнца. Сердце, глаз, мышь.
сердце, глаз, мышь, скальпель. Ага, хорошо. Ага. Ладненько, идемте далее. Ну, а это у нас... Подожди, я ж ловушка. Ладно. У меня уха нету. Ой, то есть это все заключение. Значит, мне нужно все делать здесь. Что-то здесь, что-то там. Немножко тут, везде и вся. Ничего не открывается, ничего не делается. Здесь не нажимается. Непонятные кости, хорошо. Часы. Тоже неплохо. Здесь уже, видите, показывают даже, что зачем идет. Часы. У нас было где-то время. Фигуру, да? Вспомнишь. Было, не было. Что? В внимательном взгляде. Скопились и большие мухи, горящие в лучах солнца. Понимаете, дело в том, что нигде мухи мы не видели. А у нас там была рука, нога, ухо и глаз. Если глаз мы то можем сказать, да? Внимательном взгляде. То в остальном мы не можем сказать ничего. В нашей комнате тоже как бы ничего не наблюдается с одной стороны. Есть цветочки. Но они не, вообще никак не контактируют. А, скальпель мне как раз, наверное, вот и нужен этот. Есть часы, есть кости. Но проблема в том, что здесь не указано, что мне нужно сделать. Есть вот этот график. Но он тоже, снова же, ничего не показывает. Я бы подумал по этим точкам, но я не понимаю, что точки дают этим. Здесь у нас закрыта вот как раз скальпель и лампочка.
Ладно, погнали на первый этаж. Подумаем, где может там быть что-то. У нас есть подсказка, это вот это. Потому что я наконец-то нашел способ на взрывную решетку. Но это, скорее всего, в конце будет использоваться против медсестры. Здесь закрыто, здесь ничего не используется. Есть вот эта вот головоломка, но... Короче, нужно вот эти вот кости использовать к щитку этому. Это типа пальцы. По ним нам с вами нужно как раз сделать все. Готово. Ключ. Просто ключ. Скорее всего, это пока что чисто первый этаж. Так, лампочка, флакон с кислотой. Сразу начинаем отсюда. И поехали. Ага. Кружок, кружок. Кружок, кружок. Плюсик. Кружок, кружок, треугольничек, плюсик. Кружок, кружок, треугольничек, плюсик. Это у нас, скорее всего, к той, которая была дверью. Кружок. Ага, тут есть темный. Скорее всего, вот это темный. Кружок, кружок, треугольник. Плюсик. Готово. Вода. Мне нужно, чтобы не было дырок. Если просто, чтобы мозгу пошла вода, тогда так. Здесь по-любому так. Да, походу, чтобы она просто не проливалась, нужно сделать. Вот легко. Нет. Так, живой мозг. Чего? По мозгу поднялся и... Я бы до такого не додумался. Кран, который находится наверху. На втором этаже. Там есть краник в раковине, где палец был. Нужно нажать на краник. Или это было просто так нажато? Так, забираем планочку теперь, которую палец держал как раз. И нужно воду слить. И мы получаем еще какой-то ключик.
Так, а теперь думаем, ребятки, что, куда, когда, зачем. Ключ у нас закрыт, в принципе, только на первом этаже. Вот это, наверное, будет с колесиками. А, загадка с колё... Подожди, это было в предыдущей серии. Или что потом? Нет, не отсюда. Типа мне нужно подачу тока сделать. Ну и так, да? И она не должна блокировать при этом. Какая-то комната. Цифры 12, 15, 35. О, это походу с цветами, да? Или меня распутать просто надо? Нет, это с цветочками. Цветочки у нас были на втором этаже. Поехали. Цветочки у нас были на втором этаже. Фиолетовый где? Я понял, что придется фоткать. Готовенько. Теперь валим отсюда. Я просто на самом деле здесь смотрю, и я не вижу фиолетового. Точки. Нихуя не понял. Так, ладно, давайте сначала распутаем все это дело. Я был прав насчет того, что нужно это дело распутать. Так, все выглядит.
выглядит вот так вот. Подожди, оранжевый должен быть. Просто два цвета, и синий, как вы видите, фиолетовый. Синий, зеленый, синий, оранжевый мне нужен. Мне это, короче, нужно местами поменять. Красно-фиолетовый. Так, нам нужно свалить отсюда. Оранжево-синий, вот. Зеленый. Красный. Фиолетово-синий. Оранжево-красный. Да, в принципе, все правильно. Двенадцать, пятнадцать, тридцать пять. Двенадцать, пятнадцать, тридцать пять. Большое спасибо, какой красивый шарик. Но мне нужно больше, пожалуйста, принеси мне еще шарик. Ага. Из какой же это двери? Да, теперь вспомним, с какой-то двери. А, это с подвала, скорее всего, да. Точно. Если смотреть по этому, то будет... Вниз будет одна. Но мне нужно найти стрелочку вверх. Типа двухсторонняя стрелочка. Снизу кругляхи. Вот так вот. В центре круг.
Началось. У меня три двери. Давайте, если это коротенько, я продолжу. Нет, следующая серия.